Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Ditol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет, у нас Черепашки-ниндзя и очередное экспериментальное видео. Итак, мы решили, что давно не играли за черепашек, и взять микс и пройти всех героев. Да, прям мощный микс, ребята. Возьмем всех с массовыми атаками, возьмем Лео из мультика, возьмем Донателло из фильма, Майки ролевого возьмем... И возьмем Рафа из видения. Вот такой вот безумный состав у нас будет. Посмотрим, как они справятся. Ух, ребята, представляете, всех боссов. Как мы сейчас будем их разносить? Да, ребята, если вы хотите такие же персонажи, как и у нас, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Ну что ж, мы уже начали, и полный разнос здесь уже начинается. Просто массовые атаки летят, и в пух и прах боссы валятся штабелями. Да уж, представляешь, ты видел, какой Донни из фильма здоровый по сравнению да, с маленькими черепашками? Да, он просто громадный какой-то. Какой-то здоровяк прям, смотри, в два раза больше их. Так, ну что же, атака от Леонардо мощнейшая, 7880. Как давно мы этого не видели, а? Прям я соскучился по этой атаке. Это точно, это точно. Ну что ж, победа, и мы готовы сражаться дальше. Да, ребята, кстати говоря, мы запустили новый канал Ditol First Play. Там мы обозреваем новые игрушки. Подписывайтесь и будьте в курсе всех новинок. Ну что ж, мы готовы сразиться со вторым боссом. Вторая глава и... Массовые атаки, опять же, массовые, все массовое. Но у нас их да. настолько много, что, я не знаю, ни один противник просто не устоит. Согласен, мы разнесем всех в пух и прах. И даже с самого последнего Кренга, ребята, мы пройдем всех боссов сегодня, 7 глав. 7 глав, 4 черепахами, мы обязаны это сделать. Да, они справятся в любом случае, ребята. Хотя пишите в комментариях, хотя что вы думаете. Хотя все может да. быть, знаете... Может быть, такие баф на нас наложат, что как бы хух, пролетим. Ух, да, Крэнк из коробок. Даже не ожидал увидеть такого во второй главе. Он просто в шоке, мне кажется. Такой, да. Ничего себе! Так, и безумным торнадо мы сносим его. 7000 дамага, ребята. 7000 от Рафа. Вот это да. Отличненько. Ну что же. И это массовая атака была. Если бы там у нас было 5 крэнгов из коробок, мы бы всем нанесли 7000 дамага. Они бы все легли. Они бы все легли. Так что один нам вообще как пушинка. Так, ну что же. Вторая, третья уже глава. Мы готовы. Босс, уничтожаем его. Ух, Шреддер, как ты сейчас пожалеешь, что ты к нам попался на пути. Итак, сразу же заряжаем от Микеланджело массовую атаку. У Майки у нас получается самая большая скорость атаки. Да, и еще одна массовая атака от Леонардо, все по стабилочке. Первые две волны просто для нас не волны, это так. Маленькое препятствие. Ну, отлично. Ну что, Шреддер, привет. Такой, ох ты ж блин. Кто ко мне пожаловал? Откуда вы все взялись такие? Да уж, давай, такой, смотри, гордый идет. Да, и он даже ставит стойку, готов с нами сражаться. Но торнадо его сейчас просто сметет. Погубит. 7000, ребята. 5 шреддеров поставь, 7 по 7000. И каждый из них сляжет. Да уж. Вот это победа, ребята, ошеломительная. Ну что ж, отправляемся в лесочек, по грибочке. Да, по грибочке, и гриба мы тоже должны наказать. Просто испепелить его. Так. Ну, погнали, ребята, погнали. Первая волна, и, как всегда, у нас начнет сейчас атаку Майки ролевой. Так, мы готовы. Ну что ж, Майки, вантусом. Ух, вантусом. Бан. Отлично. И вторая волна. Второй волне достанется от Леонардо. Я ну думаю, с одного удара, конечно же, конечно. По-другому никак. Понеслась. Зато мы теперь знаем скорость атаки всех персонажей. Кто будет первый атаковать, а кто нет. Да. Ну так. Что ж, Гриб. Привет, Гриб. Да, дружище, мы готовы... А вот и мы. ...положить тебя на лопатки. Раф ролевой, ему достанется честь тебя уничтожить, и надеюсь, он кританет и как бы не оплошает. Слушай, у него всего лишь 4000 хелсов, мы же выявили это. 5200, неплохо, неплохо для такого уровня и вообще для массовой атаки, это вообще очень мощно. Очень мощно. Так, победа, и мы просто пробежались по первым главам.
И сейчас мы уже сразимся с големами. Ух, големчики, всех массовой атакой, всех прям, на всех хватит. На всех хватит, да, действительно, у нас массовых атак должно хватить прям на всех. Мы специально взяли такую команду, где у всех практически есть мощные массовые атаки. Опа-на, слушай, не с первого удара, представляешь? Да ладно, ничего себе, ну ничего страшного. Так, Лео заряжает следующий. А вот... Хватит ли нам атак-то? Ну, хотя у нас у Рафа 2. У Рафа 2, у Дони есть еще. Так, Раф, если он с первого раза сейчас вынесет, это будет очень круто. Да! Ох, жалко мы... Слушай, у нас Дони сейчас массовую атаку будет использовать, да? Да, Дони массовую атаку использует. А у него слабенькая? Ну, такая, да. Она у него не прям такая топовая, но все равно какой-то дамаг но нанесет. Посмотрим. Согласен. Ну что ж, големчики вылезают, прибыли из параллельной вселенной к нам в гости... Из измерения X. Из измерения X, да. Ну, пусть это будет параллельная вселенная, я не знаю. Нет? Ну ладно. Ладно, и мы запускаем наш дрон. Он распылит над ними. Половину, половину хелсов отнял. И массовая атака. Хорошо, что их две. Да. О, майки. Бам-бам-бам. И, слушай, прикинь. Ах, нет. Не сработало. Наш план не сработал немножко. Но это все из-за того, что у Дони слабенькая атака массовая. Но у них пониженный дамаг какой-то, вообще мельчайший. Ладно, придется испепелить его. Бам! Вот таким ударом. Шикарно, ребята, шикарно. Мы завалили их, и у нас на подходе прям уж... Верховный Крэнк практически. Да. Мы практически уже у самой Ирмы. Мы готовы с ней сразиться и победить. Ну что ж, давай приступим. Мне прям так. Интересно, такой экшен. Да. Прям просто галопом по Европе проносимся. Кто у нас первый, конечно же, Майки. Может, надо было пакетиками их зафигачить. Атаку понизили, хорошо. Так, слушай, представляешь, они атакуют. Вот это неожиданно. Ай, оглушили, это плохо, у нас массовая атака. Ну ничего страшного, значит, Раф будет атаковать. Ну да, кстати, Раф точно вынесет. Торнадо. Да, Раф точно торнадо своим вынесет. Теоретический урон по Лео, и торнадо их сметает с своего пути. Оу, шикарно. Да. Так, только следующий атакует, правда, Дони, а у Дони пониженный урон и не такая мощная массовая атака. Да, но... опять мы сталкиваемся с этим проблемой. С этой проблемой. Ну что же. Ничего страшного, Майки атакует следующий. Пакетиками закидает сейчас, но все равно не всех вынесет, мне кажется. Да, не всех не вынес, все, остались. Не всех вынес все равно. Массовая атака проходит по нам. И кто ходит? Опа, ответочка от Майки. Хорошо. Так, что дальше? Еще одна массовая атака против кто, нас. Кто, Лео должен сейчас, да, атаковать? Да, по идее, да, Лео было бы уже неплохо атаковать, но что-то он... Вот, все, он атакует. Надо было подлечиться, нет? Да ладно, какой лечиться, у нас команда. Да, Dream мощная Team, можно сказать. Смотри, ты видел, как Раф перепрыгнул? Да, Раф огненно. Пламя его стихия. Это точно. Ну что ж, Верховный Крэнк, Ирма, ребята, сейчас мы прям, я не знаю, что мы с ним сделаем, но... Переломаем все шестеренки и поджигаем. Периодически урон наносится. Дальше. Ну, у Дони слабенькая атака, ничего не могу сказать. Да, 1600 всего. И Верховный Крэнк атакует. Ну-ка. Массовая наверняка. Да, массовую будет атаку использовать, и Майки контратаку будет делать. Ну, бам-бам-бам. Меткость понизил, это хорошо. Еще атакуем, дальше продолжаем. И кому достанется честь уничтожить? Мимо, меткость понижена. О, Лео завершает. Повышенный дамаг и 9000. 9000 урона, ребята, это просто нереально круто. Так, ну что же, мы готовы к следующей волне, которую, я тоже думаю, мы в легкую вообще следующую главу мы должны пройти, обязаны просто. Таким составом проигрывать будет обидно, очень обидно. Конечно, обидно. Так что сейчас мы должны собраться и грамотно распределить все наши силы. Да, и основной уклон, как всегда, мы делаем на массовые атаки, потому что... Ух ты, они первые атакуют, ничего себе, вот это заявка на победу. Ну-ка, Вантус! Бам! Атака понижена у всех, лечиться не стал, представляешь? Офигеть. Вот это прикол, и еще одна массовая атака от Леонардо теперь. Давай, Лео! Жги! Опа! Ай, сейчас подлечатся. А, не подлечатся они. Они не подлечатся. Потому что Рафи их всех сожгет. Как хорошо, надо было вторую использовать, ну ладно.
Но я боялся, что вторая не так эффективна будет, и мы еще из-за этого прогорим. Да, ну что ж, ребята, опять массовая атака. Донни у нас самый ненужный момент атакует. Ну, атаку понизил, и Майки тоже использует массовую атаку. Бам-бам-бам. И, слушай, не удалось их все равно с первого всех вынести. Плохо. Скорость атаки повышают. Так, и гранату и массовая бросает. Атака. Ах ты, слушай, меткость нам понизили. Плохо. Это очень плохо. И промахивается у нас как раз Майки. Да, и по нему тоже промахиваются. Попал, ты смотри. Так, ну ладно, будем потихонечку по одному вносить, чтобы хотя бы спадали бафы. Так, чтобы каждый атаковал, чтобы потом... Слушай, мимо. Меткость, да? Да, меткость снизил. Ну, ты единственному кому, который меньше всего наносит дамаг, это Донателло, у него не... Да, ну у него, видишь, уклонение. Его и так, он и так обиженный. Сопротивление бафами, да. Ну что же, Верховный Крэнк. Мы в какой-то лип... Ой, Верховный Крэнк. Прайм Крэнк у нас. Так, можно же дебаф сделать. Шикарно. Майки помогает нам избавиться от плохих бафов и... Поджигаем, периодический урон, надеюсь, будет. Да, хорош, уже хорошее начало. Постепенно и нанесся. Что он делает? Массовая атака. И Майки атакует. Раз, два, три. Надо бы подлечиться, нет? Да, мы сейчас подлечимся, так и сделаем. Лео! Шикарно! Красавчик. Так, ну что ж, на самом деле у нас нет прям таких мощных атак, только единственное, у Леонардо есть возможность прям так хорошенько надамажить. А у всех остальных достаточно слабые атаки, надо признать это. Да, согласен, но зато есть массовые, их куча. Бам! 1717. Выстрелы. Бам-бам-бам. Что-то у нас Майки больше всех атакует. Да, Майки у нас и его тоже больше всего атакует. Ну, кажется, мы его потеряем. Так, попробуем разряд запустить. Нех! И скорость атаки понизили. Тоже хорошо. Раф! 1411. Ну что? Лео, давай выбей. А? Да! Есть, ребята, без потерь. Вот это круто! Просто вот это без супер. Потерь мы разнесли в пух и прах Крэнга Прайма и всех боссов. Ребята, замечательно. Просто супер. Шикарная победа. Ну что же. На этом у нас все. Вам спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И на второй наш тоже каналчик. Заходите, узнавайте все новое в мире мобильных игрушек. И до новых встреч. Пока, ребята. Пока.